готовимся в плотном режиме. Как бы все на тактику. Будем играть, думаю, в прессинг жестко. Ну и «Газпром» очень хорошая команда. Будет ли важно, что будут их лидеры, например, там Асадов, Денисов или кто-то? Вы вообще придаете этому значение? Знаете ли уже, приедут они или нет? Нет, нет. Вообще без разницы, с кем играть. Надо выходить с хорошим настроем, выигрывать. «Газпром» не забивал, по-моему. Ну, хочу забить. Очень хочу забить, конечно.